чтобы стать чемпионом, снова нужно еще больше работы, чем в предыдущем году. Такое ощущение, как будто мы чемпионы мира по тренировкам вообще. Мы только тренируемся, игр, конечно, маловато. В товарищеском матче, особенно там, поначалу, на первых сборах, ну, пока ты вкатываешься, да, там, пока месяц отдыхал, да, и не было практики игровой, по-другому воспринимается. Ну, тут даже и обсуждать там не стоит, там, говорить, в чем разница, и так понятно, да. Когда ты приезжаешь в Черкизово, да, там большая армия наших болельщиков, они тебя гонят, и неважно, какое то там состояние, настроение, да, ты матч намного по-другому происходит, да, и уровень ответственности намного выше. Шесть очков отрыв – это, я считаю, ничего. Важно очень удачно начать чемпионат с победы, и тогда будет психологически легче. Мы не зря работали такое долгое время на сборах, да, полтора месяца – это серьезный срок. Вот, и хотелось бы, конечно, видеть болельщиков, да, чтобы, там, несмотря на погоду, они пришли и поддержали нас и помогли нам победить в этот день.